Егор, захват! Молодца! Идеально выполненный бросок через бедро и юный спортсмен Егор Мухин на один шаг ближе к призовым местам турнира. К успешным выступлениям арчанину не привыкать. За 3 года в дзюдо он уже становился победителем городских и областных соревнований. Егор признается, что с этим видом спорта хочет связать свое будущее. У меня получается. Еще здесь можно применить силу своего соперника против него. Поддержать подрастающего чемпиона приехали родные Егора Мухина. Но он стремится, это фанат дзюдо. Турнир на призы Героя социалистического труда Юрия Федоровича Вышеславцева в этом году собрал небывалое количество юных спортсменов с различных уголков области. 280 ребят 11-12 лет вышли на татами Дворца культуры и спорта «Газовик». Столь большая конкуренция пойдет только на пользу юным спортсменам, уверены тренеры. Турнир очень важен в том плане, что они набираются соревновательного опыта. Набрать соревновательный опыт позволяют множество других спортивных состязаний, посвященных именитым газовикам Оренбуржья. Это Владимир Федорович Мальцев, которого, к сожалению, уже нет в живых. На честь его памяти мы проводим соревнования по настольному теннису. Это Анатолий Гордеевич Зибарев, на призы которого мы проводим соревнования по хоккею. Также мы проводим различные соревнования на призы и памяти наших бывших руководителей. Первый руководитель Оренбургского газового комплекса Юрий Федорович Вышеславцев – легендарный человек. На его плечах лежало строительство первенца газовой индустрии страны. За заслуги в развитии Оренбурга он был удостоен звания «Почетный гражданин города». Юрию Федоровичу, первому из оренбургских газовиков, вручили звезду Героя соцтруда. Всего в течение года газовики организуют около 10 турниров, ведь одно из главных направлений в социальной политике предприятия – активная поддержка детского спорта в регионе. Александр Сергеев, Игорь Бероев, новости дня.